Вот сетку поставил прям один и второй вот буй. Лодку спустила за ночь, сейчас попробую накачать, да посмотреть, может попало. 50-ка и чья. Сетка еще коммунистическая, еще отец вязал из лески, из вот такой вот, во, толщины. Короче, все, качаю лодку, да, поедем, проверим, что там, попало, не попало. Может, один раз как-то крупный окунь попался, такой хороший, грамм на 500. О, надо качать. Она везде спускает она. Сразу с этого буя я туда пойду. Посмотрим. 50-ка. Подлещиков очень много. Не очень высокая, 1,5 метра может. Не 1,5 метра, 80. Ух ты, ребята, щука. Смотрите, какой. Как вам? Фу, справился. Ну, где-то 2 кг. То вчера не зря поставил. Фу. Отлично. Погнали дальше. Вон еще будет, может, еще подруга какая-нибудь. Первая ночь в деревне прошла удачно. Сетка поймала щуку. Сейчас пойдем взвесим.
Короче, если вот так взять, хвост на земле, она мне выше колена. Выше колена. Вчера баньки попарились, хорошо так покупались. Сан Саныч особенно. Пойдем покажем бабушке реакцию. Талину. Ну, не всегда же такие щуки попадают. Что, есть ягоды? А? Вон так, прошлась тут вот, которая была. Озеро. Так вот эти все. Ну-ну-ну. Как? Ты почистишь ее сам, я буду ягоды собирать. Конечно. Нормально? Нормально. Сейчас взвесим сколько. В середине сетки как раз висело. Я говорю, они гуляют сейчас этих окуней крупных. Крупных окуней ищут. Ты почисти, так, бабушка, вот. Нажали. Добытчик, короче, ребят, наловил, видите? Накормил семью, добытчик. Что скажешь? А то все херовый, херовый. Видишь, добытчик. Ставьте, ребята, не забывайте пальцы вверх. А то не буду больше вас смешить. Не будете ставить. Сейчас бабушку проверим еще, ее реакцию. Кого бабушка уже? А ты уже видела, что? Ты с окна шел. Вот это щука, смотри. Так ты взвесил? С бабушку ростом почти. Взвесил? Сейчас взвесим вон тут. Это. Здесь у нас весы. Сейчас мы взвесим. Ложи таз на весы прям ровненько. А не, подожди, давай лучше щуку. Сейчас таз ложи на землю. Вот так. О. О, ребят, 10. Да это не туда смотрим просто. Вот. Сколько тут? Ну-ка, смотрите. Я без очков. Нет, вот 3 килограмма. 3 килограмма, 2 килограмма, 2,5 килограмма. Да. Щучка 2,5 килограмма. Что ты пойдешь делать? Я не умею щуку такую чистить. Это нужна сила. На, положи, я ножик. Оставь, ну, тут. Оставь пока под лавочкой. Там какой-то зверек живет, да кутащит. Кинжал. Ну, сейчас чешую вначале, а потом ее разделаем. Ладно. Короче, рейтинг я себе поднял опять до 5. Так что, ребят, подписывайтесь сразу. Будем рейтинги поднимать с вами. Погнал я чистить. Яндекс.Дзен внизу там, не забывайте. Вот это вот щучье сердце. Вот уже всю рыбу почистил, порезал, а сердце все еще бьется. Это щука. Представляете, ребят? Ставьте лайк за сердце обязательно. Если лайк не поставите, биться перестанет. Так что ставьте лайк. Вы видите уже? Почти. Хочется остановиться без лайка.